Сегодня у нас 20 июня 2018 года. Вот, к Алексею подъехали покупатели страусов. Продает двух самочек. Мы уже тут приходили сегодня с ребятишками. Они задержались, покупатели. Вот сейчас попозже решили Добрый день. Здравствуйте. А что вы снимаете? Зачем покушать? Местные новости у нас. Местные, да. Вы согласны, да? Нет, Барнов. Александр, это план такой, я сейчас снимаю. Да, с классики, которые здесь. Ты все у нас слышишь? Ну, как-то я там был. Это сейчас давно, где правило 10-12. А как вы сюда доезжаете? Скажите вообще. Это же ехать. А что, ближе нету? Ничего вы выехать? Это мы опять по полям обратно вот так? Но вы ехали через Косвенное, да? Да. Ну а здесь, видите, сейчас дожди прошли, у нас дожди были позавчера, такой дождь. Просто их надо смотреть. Просто. Здравствуйте. А, команды ходят. Ну, накрываешь, у тебя есть что-нибудь? Есть, есть. Есть, есть. Все, все, это. Все это, да. Мы сейчас нарождили, там такие колеи. Там. Мы вчера поехали в Барнаул утром. Через Косвенное. Пришел на помощь? А чем деревня живет вообще? Электричество все. Просто мы ехали, связь потом она пропала. Ну, на места не бывает. Так у нас тоже. Они выбежат, это у дерев. Давай туда в сарай посмотрим. Давай лучше в сарай. А мы когда-то ехали, где-то пошли любом, мы посмотрели, там у них курочек было много разных пород. Где можно в туалете? Лёха, я сейчас, короче, контролирую, чтобы они... Лёха! Вон, к женщине подойдите, он с грибом. Мы их сейчас пойдём, Я к Ангелине её отправлю. Ангелина, проводи. Давайте вы здесь постоите, а мы втроем пойдем туда. Ух ты! Да просто здесь, чтобы сюда. Батюшка. Зачем я только пришел сюда? Ты куда? Был, Миша, ходи!
будешь ходить? Я сегодня ударю, ты убьет тебя сразу. Да я уже был сегодня. А? Я сегодня уже здесь был. Смотри, он рассердится на тебя, он... У него удар ногой, как у лошади. Смотри. Мы уже здесь, батюшка, были с ребятишками вот недавно, с полчаса назад. Ух, какие выросли они. Были там и вообще не бывало, какие. Они чем-то на этого, на павлина вроде похожи, да? Да нет, что тебе на павлина, что ты? Нет, просто у павлина потом он распускает хвост такой. Я имею в виду, у него спускается. Не, вот тебе, кого он ее распускает. Ну это-то да, это я знаю, я имею в виду. Павлин-то что, на птица маленькая. Исаак, астраус относится к птицам или к животным? Это птица или животное? Птица. Птица, батюшка, говорят. Большой. Я тоже не могу, постарался одному.
по доску не бегать, там не сегодня, а в группу проходит. А как вы хотите их выводить-то? Накрывать голову, да, надо? Ну да, мешок одеваешь на голову. И они тогда беспомощно стоят, как бы, да? Ну как беспомощно? Все равно они царапаться будут, но будут уже идти. Остерегаться уже куда-то бежать, да? Ебашит так, что, блядь, кожа расползается нахуй. Это я знаю. Потому что они бьют одинаково, что... Тихо-тихо, да. Нет, за руку не держи. Ага. Главное удержать. Видишь, я говорю, почему, блядь, хуёво. Что это её... Тихо, главное, ну, поломай. Стирай, стирай мешок. Только сломает ноги. Да, не просто так. Туда, туда, уходите сейчас ее. Так, сейчас вот уберите вот эту вот эту штуку деревянную, чтобы она зашла. Обратно. Она зайдет, я говорю, вот здесь прыгает через это. Угу. Вот в чем суть. Когда пройдут, я сейчас закрою. Надо трапик поставить вот сюда. Не так, чтобы заставлять прыгать. Прыгнет нахуй, вот так же не удержит. Ага. Вот, а трапик прямо вот сюда. Наверх. Да, да, чтобы да, она да. По нему заходила. Простите, а вас как зовут? Александр. Александр, Александр, у нас тут это материться запрещено. Ага. Чуть не делать. О, здорово. А здесь есть что подложить у тебя? Здесь? Нет, да здесь, если что, спрыгнет. Пластиковый, да? Да, это просто. Да, да? Вообще-то я сделал, чтобы держать вот такого.
темный мешок, темный мешок. А где же написано темный мешок? Алексей пошел, сейчас поищет. А ну вот сюда бы никак не в ограду-то не заехать, да, вот в это? Не знаю, если доски все убрать-то, посмотрите по ширине. Сейчас бы вот туда-то вот заехали, и прямо вот сюда, к торцу подъехал, тогда проще было. Хотя бы, а то... Ангелин спросил Алексея, тут разбирается у него доски, чтобы заехать сюда прямо, на территорию. Нет, он туда ушел куда-то. Ага. Он пошел мешок темный искать. Слышь, брат, предлагает это. Тебя можно тут разобрать, чтобы машину поближе? Пролет разобрать, я сюда заеду, прям самое близко. Ага. Потому что мы не удержим. Если здесь не можем удержать. Пойдет, хотя вот это пойдет. Я прям к дверям подъеду, и мы тогда прям уберем это. Вот эту, да? Трап. И сразу прям поедем, мы будем делать. Ну, вот так вот подъедем. Вот так, на это встану. Ласточки летают. Быстрые. За ними не угонишься. А вы тоже страусами занимаетесь, да? Как-то? Я экскурсиями. А, экскурсиями? А, ну. То есть вы для экскурсии берете? Для экскурсии как-то берете их? С другой стороны. С той стороны обходи. Алексей. Стоп. Посередине это. Вот тут еще посередине. Так. Угу. Это двигай туда. Сильно друг на друга не вот, просто я не выкручу до конца. Да что?
саморезок, да? Ну да, быстренько, видишь, есть возможность разобрать. Сейчас мы прям вот так вот заедем. Не, почему? Отъедешься, просто везти далеко. Я сейчас прям плотничком подъеду. Мешок, она отсюда доходит, но прыгать она не хочет. И сколько у вас здесь живет? Сколько вообще? Да тут я не знаю. Алексей, сколько у нас тут дворов? Человек 30 с детьми. Человек 30. Постоянно. А летом больше? Летом приезжает, то на тот как бы дачу держит здесь. А на трассу здесь никак не выйти, да, получается? Ну здесь выезжает 16 километров, вон в ту сторону. Но там дороги вроде плохие, да, Алексей? Как? Там дороги плохие вроде, да? На выезд. Ну, я сегодня ездил там. Там грузовые машины ходят разбивать, там хоть и подсыпает, но все равно. Ну у меня микроавтобус 4ВД, как бы, ну, я еще знаю где как что, а вот так вот отправлять там кого-то. Ну а здесь-то вот самое главное, это речка, я на речке, блин, сейчас как замерну и, блин. Где? Вот, речка. А, первый мостик. Там дно каменистое, специально сделали. Да, мы там уложили специально, там все, камнями все. Там проезжаешь спокойно. Даже потихонечку не это. Не, ну вот слышно, видишь, что проезжаешь, если это ВД. А тут у нее одно колесо всего крутится. Не, ну так, там что? Если сухая дорога, там спокойно поднимешь. А вот если сырая, там у них даже это, стаскивают их. Там глинистое место. Нормально. Это мы в том году делали. Там раньше промыв был вообще. Видишь, тоже потрепался, еще там выгорода. Я вообще думал, у нас такие это, японские такие, эти грузовички. А ты видишь, смотри, да? Оно здесь вот так же покорчено, видишь, вот так. Двигаются, отпели, осыпаются. Сейчас доску сюда поналожим. Ну вот сюда надо, да. А то прыгать будет. Да, да, я тоже. Thank you.
шпалы не надо убирать? А? Шпалы. Нет, так а что? А ты как, брат, давал объявление в интернете, да? Как пустили там на тебя? Да ну я позвонил им просто. А, позвонил. И все. Да, во власти с фермы. Ну вообще объявление, конечно, стояло. Можешь мимо проехать. Тут ты неправильно. Это, чуть-чуть, да, чуть-чуть пускай к вам. Ушел. Я тебе вообще сказала, как делать. Ты же не слушаешь. Что тогда говоришь? Еще нет, не вписываешь. Вперед, а потом назад. Еще сюда выруливай. На меня выруливай. Можно что-то? Так, ну вот он есть. А в машину перекрыть.
Комариков нас хватает тут. Да, не, я упала. Нет, это не грозно. У меня, думаю, хватает тоже. Так, сейчас вот это. Так, вот здесь вот нам только... Не, мне кажется, высоко. Мы его не удержим. Нам надо его туда вытащить. Ага, ага. А потом мы его уже... Потому что нам самое высокое это вот здесь удержать. Там он уже, что называется, и наших еще. Так, Маша, ты что будешь делать? Так, чтобы они не выскочили. Я буду держать. Так, мы тогда подведем. Я уберу. Сейчас мы... Гостей. Подожди, подожди. Гостей сейчас можно сюда запустим. Главное, что не сюда. Припались, да, по этим дорогам. Так, держи. Так, где эта тряпка-то? Куда я? Мешок, мешок. Ты где ее бросил? Она там, наверное, где ведро. Тут вот он один мешок, где-то еще. А там мешок в мешке. Там два их. Надо, так. Сюда бы, наверное, еще одну досточку. Потому что, представь, мы сейчас его... Он расшатерится, да? Уйди. Что-то где-то... А они страусы между собой как чужие-то? Друг друга воспитывают? Нормально? Не всегда. Нет? Не всегда. А ну они это... Уже не пока скрыто, ехали, но хотя бы вот так. Утряслись, да. Сейчас новых встретят, немножко у них будет. Ну, им тут не разогнаться, конечно, сильно-то. Не, ну мы это, сейчас они выйдут. Давай, давай, чтобы вышли. Ну, вот это просто здесь стоит. Что-то капля крови это. Ну да, вон какая-то есть. Ага, отчета. Они сейчас... Так. Вдвоем мы всякое разное. Этот парня как звать? Ага. Исаак. Исаак, иди сюда. Пусть хотя бы подталкивает. Мы будем держать, он пусть хотя бы сзади подталкивает. Будешь сзади подталкивать. Тихо, тихо, куда-то не заходите. Зачем туда? Самое главное, без резких движений. Те что-то вообще какие-то мелкие. Кто? Те. Да там двое мелких, а самец крупный. Но этим сколько получается? Два. Вот, да. Угу. Те тоже двухлетки. Но они просто это, уже называются укачанные. Так. Подходи. Давай зажмем одну. Знаешь, я думаю, может быть, сначала тут кипишну более вон ту, вон заднюю. Ну, давай кипишну. Слушай, в чем? Надо. А здесь ничего. Ну вы бы сзади-то держали. Я одеваю его на назад пятится, но естественно у него ход-то назад есть, а его не должно быть. Стой, стой. Давай маленько успокойся. Давай. Вот так. Все. Подходи. Все, сейчас потихонечку. Так, закрывай.
А у них же крыльев сука нет. Подожди. Открывай, когда мы уже перешагнем. Давай, открывай. Сейчас я сюда потихонечку стою. Так. Ну, давай также смотри. Исаак, подходи, я тоже помню. Так, никогда не держи страусов. Нотки прячьте. Да тут, товарищи, еще повезло. У нас были такие ситуации, что они расцарапывали эти одежду, блядь. Прям брюки рвали. И как я знаю, они же друг друга убивают, когда прям вот так вот, прям это царапают прям. Так. Так, сейчас трап убираю аккуратненько. Да, трап убираю, сейчас я все туда свое поставлю. Угу. Ничего, брат, зато хоть небольшой опыт получил, да? Со страусами. Это первый раз у нас потерявки такие. Птицы. Чего вообще с ними хотели тут делать? Тут еще будет. А? Да еще будет. Не, ну просто для души хотели? Да не, ну почему? Хотел разводить просто. Это. Сейчас просто деньги нужны. А потом, если все будет нормально, посмотрим. Ведро. Так, ведро там стоит. Так, а чем ты кормишь? Гранулами и зерном. Так. Да, добавляю. Да чуть-чуть мешаю. Хотели у вас попросить. Сапонин, грамм, есть? Грамм. Давай, есть ведро? Сейчас я, оно с водой. Вода брат, покажи, что там. Что, да? Сейчас я покончу на сухо. Там же хром. Чего ты там задышали? Слышь, минералы тебе. А вот, лежали. Ну ничего, пусть. Сейчас поедем, они посядут все. Потом, когда остановимся, мы дадим, они спокойно.
Сахинец. Проверяешь, как-то есть воздух там. А мы сейчас поедем, когда он вот так циркулирует. А у них вверху тоже стекла нет, мы убрали. И там вверху что-то у вас какая-то вентиляция, да, вроде стоит? Да, 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 и наверху тоже. Денежку, денежку, да? Ну давай в это, выезжай. Выезжай, рассчитаешься там. Ну давай я. Сейчас там смотри, вот аккуратно дверь тут. Они еще потом посмотрят. Осторожно. Не до метраж почти что. Все, прямо на Слава Богу, чудо дело Господа.